Получается, она этот? 80-го года? 80-го года, да, по документам. 5 лет стояла, да? Да, где-то так, наверное. Наверное, больше даже, да? Нет, наверное. Ну, запчасти, если брать, конечно, не знаю, посмотрю. Да, здесь выезжать надо, пилить все это. Что, замок замерз? Нет, не замерз. Для себя сфоткаю. Да, гараж, конечно, здесь, если покупать, здесь надо этот, выравнивать все вот это. Ну, гараж кирпичный хороший, да, вроде? Давайте попробуем. А. Спасибо. Получается, 5 лет гараж не открывали, что? Или открывали? Хоть раз смотрели. Открывали. Там она за 5 лет сыростью все сгнило, наверное. Может быть такое. Вентиляции нет, наверное, да? Тут ветки рубили, это вы рубили, да, здесь уже? Нет, соседи, наверное. А, соседи? Да, вам вы бы тоже. Вы уже перед своими вырубили его. Да, сегодня погода. А, вот она. Офигеть. Ну и темнотища тут. А. Надо ворота бы открыть. Даже до 40 тысяч. Да, здесь что-то сыростью пахнет. Сейчас я открою ворота чуть-чуть. Ничего не видно, и фонарик не взял. Осторожно. Это ваша знакомая? Это моя сестра. Я в прошлый раз одна пришла, тут чуть не провалилась, думаю. Хоть сыростью отдает. А ключи все есть? Багажник открыть, посмотри. Да. Мотор там. Что там у меня? Вот какие-то ключи есть, от него или нет, не знаю. Смотрите. Ага. Ну-ка. Написано ВАЗ. ВАЗ? ГАЗ. ГАЗ написано. ВАЗ на каком-то написано. Ага, подошло. О-о-о! Тут кто-то металлом сдавал. Наверное. Запаской тоже нет, да? Это надо все вытащить потом. Ну, если возьмет, то мы все вытащим. Так, а здесь что у нас? Сено возили. Дедушка работал, наверное? Да. Угу. Сидушки нету. А? Сидушки нету. Зай. Сидушка, может быть, где-то есть, сняли. Надо посмотреть. Это просто, чтобы сено загрузить. Там этот погреб не провалился. А, да. Я сама не провалилась. Спасибо, что сказали. Закрыть надо было, конечно. Так. Да, погреб, конечно, вот всю сырость сюда дает. Вот погреб-то нет. Из-за этого сырости. Не знаю. Ну, я смотрю. Ну, может... не открывали сколько лет, что вы хотите. Конечно. 10 лет не открывая, все поржавело, поржавело. Так, что это у нас? О, как сыростью пахнет. Угу. Прожавело все. Все вот белое, видите, плесенью пошло. Ну это, наверное, можно отмыть. Да, это понятно. Но она все равно на запчасти. Документов у вас нету, говорит. Документов нет. Наверное, документы отдал, наверное, бабай, чтобы хозяин снял с учета. Я так думаю, потому что я посмотрела в интернете, на учете еще нету. На учете нету, да? Да, это интернет не показывает, что есть. Списали, получается? Да. Утилизация. Фонари можно снять. Номера уж сейчас не действительно. Номера уберем. Так. Стекла, вон, видите, все нормальные. Стекла, да, я вот смотрю, фары целые. Фары целые. Фары бы я взял, конечно. Вообще он, конечно, эту машину берег, но вот после как он... Заболел? Умер. Угу. Блин, как туда садиться-то посмотреть? А вот странная, дико, да,
сейчас, я хотел капот открыть. А? Смотри. Ну, закрыт. Сейчас я. У вас фонарики, да, есть, говорите? Нет, вот я не взяла. Блин, у меня... Так, сейчас откроем капот. Ага, открылся. 15 тысяч пробега, это на второй круг. Скорости переключается, надеюсь. Ну, в сыром гараже, понимаете, за столько лет. Я понимаю, да, но... Она же, вон, видите, пошло все. Запчасти уж только. Здесь, надеюсь, полы хорошие. Да, видите, колеса спустились. Ну, конечно, за столько лет будет стоять так. Спуститься. Колпаки еще. Уже поржавели. Сын сказал, колпаки тоже хорошие. Колпаки, да. Так, если вы здесь можете панель найти, включите. Угу, сейчас. О! Тут даже аккумулятор не отключили. Так. Мост целый вроде. Так, а что, глушитель, да? Да, это вообще совесть. Это глушитель от другой, наверное. Да с аккумулятора даже не сняли. Мы с него. Ну, он сдох уж, наверное. Ну, да. Или его восстановить можно? Нет, он же этот, разряженным оставишь. Его же нельзя в разряженном виде оставлять. У нас было ключи, да? Угу. Он вредит машине, да? Да! Ох! Все уже, вот тут надо болтик открутить. Он снимается отдельно. Все уж прикипел. Нет, ключи нужно здесь просто снять вот этот вот ключ на 10. Там в машине есть у меня. Так, там что у нас? Двигатель копеечный, да? Какой он там? Должен. А, 21.11. Лобовое треснуто. Пуля. Пуля. Дырка. Пробил кто-то. Если, наверное, уже... Бампер. А мне что-то казалось, вроде это тело. Ударили, наверное. Решетка целая уж. Бампер чуть-чуть помятый. Это что за колеса от него, что ли? Нет, наверное. Машины просто привели сюда, поставили, а все остальное... Она не ворованная, ничего? Нет. Раз она без документов. А то бывает воруют. Сейчас я вам покажу. Гаражи прячут же. Бывает уж, наверное. Потом продают. Вот. А, это? Через нотариус еще, как Татарова тогда была. Ужас тут целый, конечно. А вот это что за наклейка? Опечатывание, что? Это ГАИ забирала. Зачем? За что? Оштрафовали за езду в пьяном виде. А, пьяный? Да, вот. Ага. 21.11. Да. 80-го года. Я задал, я гоняли. Ага. Это в каком году? В 98-м, что ли? В 2000-м. А. В 2000-м покупали. Нет, вот здесь написано, этот документ. Этот документ 2000 должен быть. А пломбировали, даже бензобак опломбировали. Видимо, все, да. И тут было, и тут, и там. Ну, на штрафстоянку поставили. Ой, дверь, капец. Все поржавели. Все, она уже не восстановить ее, она уже вся эта, ржавая. На запчасти только ее. Что там у нас под чехлами?
сидушка. Чуть-чуть испорчен этот. Да, я снял там. Она это плесневеть начала, да? Да, она сыростью покрыла. Да, да это вообще все. Не нужно, выкинуть надо. Все поснимать. Так, с той стороны. Я ей не приходила, не смотрела. Вот объявление так, что пришла. Угу. Ничего не трогала здесь. Видите, она даже не мучается. Конечно, она поржавела. Вот под сигарник. Сигарник. Ее что-то подкрашивали, да, немножко? Ну, так. Ну, косу, конечно, вытащить надо, блин. Не порежется. Карбюратор здесь у вас, да? Да, сколько лет стояло. Колеса спустили. Я еще посмотрю, может быть, заднее сиденье еще живы где-нибудь. Да, они уже здесь, в гараже? Нет. А вообще? О, блин. Здесь тоже такая плесень. Угу. О, блин, неудобно поставили, как-то в угол ее. А, там же погреб, да, из-за этого? Да. Угу. Тоже такие более-менее карты, но все равно. Ну, это рабочая машина была, я вижу. Все, возили сено. Угу. Сеновоз. Тут вот напильники для этих, для коз. Если подтащивать. Он вроде родной еще. А, зеркала вот не родные. Такие большие. Зеркала. Так, это у нас что? Дворники. Made in. Здесь тоже колпака нет. Все колеса 4 спущены, блин. Что здесь за ведро? Не пройти, не проехать. Так, что там у вас? Даже боюсь посмотреть, что там двигатель, масла есть, нет. Наверное, есть, потому что она ехали на ней. Ох! Тут так-то вроде чистенько. Ну-ка, масло есть. О! Тут все уже. Гуталин. Черненькое все. Да. Гудок какой-то красный. Что за гудок? Тон какой-то. Радиатор вроде родной. Двигатель 21011. Коробка, наверное, 4-ступка, да, у него? Я без понятия. Вот это. Сделано в Болгарии. Регулятор напряжения родной. Просто этот, не следили за машиной, все навозили, конечно. Проводка, вот аккумулятор надо было бы снять, конечно. Но масло отключили и оставили. Ну, это что такое? А, это трамблер, вот этот старинный, вот, с регулировкой. Какой-нибудь коллекционер, конечно, наверное, рад был бы, но... Ну, этот... Кузов уже все. Таких коллекционеров тут ведь нету. Нет. Купается. Нет, если бы она, конечно, долго бы не стояла, вот лет 5, сразу через год бы, то можно было что-нибудь сделать. Какая? А, родная? Ну-ка посмотрим сейчас. Это что такое? Колодки меняли. Зеркало. Опа. Интересно. Колеса бы подкачать, ее выдрали, конечно.
это родная книжка, что? Наверное, не знаю. 21.011. Угу. Ага, подвеска, тормоза. Да-да-да, вот это все. Регулировки. Интересно. А, от какого года эта книжка? Без понятия. Тоже 80-го, наверное. Понятно. Книжка-то нужна. Вот документов плохо нет. Ну я еще полазю. Где ну, дома? Наверное, этому вот. Да, здесь капец. Платить надо было снять. С учета? Да. Ну да. О, блин. Наверное, это отправили этому хозяину, который был, на ком числился. Капец. И он снял, видимо. Потому что я сама не ходила. Угу. Я не интересовалась. Откуда здесь металлолом странно? Давайте, наверное, собрались. Не забыли, да? Так. Ну, это мы ее на ходу остановили и закрыли. И все, с тех пор мы ее забрали. Mm-hmm. На ходу забрали, да? Да. Офигеть. Мы ее еще еле вытащили от них. Еле забрали? Да. А что, отдавать не хотели? Не хотели. Понятно. 80 тысяч хотели за нее. 80 тысяч рублей? Да. За 80 тысяч можно и новую взять машину. Они просто вас хотели обмануть, но... Не 8, а 80, это же... Да, ну это новая машина. Это было еще 5 лет назад? Да. Гараж сырой, сразу видно, вон трубы вон все сырые. На. Поржавело. 5 лет, ну конечно. Ну, не проветривали. Ну. Не, вентиляция нет. Должна а быть. Вот есть какая-то вентиляция на трубе. Где? Вот маленькая. Нет, это с того гаража перегородка. Угу. Что такое? Что это? Карта, что ли? Фу, не знаю, какие-то. Фу. Наркотики. А кто-то наркотики? Я шучу. Да. Кузов. Нормально с такими делами занимался. Да? Ужас, поржавело, конечно, блин. Пораньше бы надо было вам достать. Вот это было. Нету, нету, вот должна быть вентиляция. Потому что газ, сырость выходит, она же на улицу уже ходит. Нет, вот это же на вентиляция, а там, видишь, построили соседи. Нет, уж она. Она с погреба. Погреб глубокий, да, у вас? Погреб вообще кошмар. Вот это что снимали, интересно. Для чего снимали? Что за звездочка? Я вообще не в курсе. Может, это от другой машины не знаю. Германия. А, это девяточный какой-то. Там домкрат под сиденьем. Домкрат под сиденьем. Не только домкрат, там, наверное, еще не знаю, там есть. Топор лежит еще. Топор. Тут замок взломанный. Тут ее, походу, скрывали, что ли. Замок лежит сломанный. Может, когда с ГАИ забирали, не знаю. Или потолок? Нет. Какая там плесень стала от сырости. Угу. Поржавело все.
Ну все, это утилишь машину. Запчасти. Конечно, если... Я думаю, человек... может ее на металлом сдать, конечно. Если... Вам дадут 6 тысяч за нее целиком. Вот здесь металлом принимают же. Позвоните. Они полностью забирают. А на запчасти? Запчасти можно, конечно. Но этот двигатель можно. Коробку, двигатель, но этот разбирать надо все. Ну а если, например, заберете и на запчасти сами возьмете? Или давайте покупайте вместе с гаражом. Подумаю, есть что. Давайте, подумайте. Гараж продам. Документы все оформлены. Резина уже стертая. Вам уж только так остается ее. На разборно. А вот с погреба есть вентиляция. Дальше он не сделал. Да, вот она. А, кстати, она сюда и шла все. Даже на улицу ходить. Карбюратор какой здесь. Ну, аккумулятор, конечно, зря не сняли. Вентилятор. Да я не скажу, я вообще не занималась. Не в курсе. Релишки родные. То здесь все уже проржавело. Еще не знаю, двигатель он как он. В каком состоянии-то. Двигатель, понимаете, тоже за столько лет он мог этот. Так сказать, заржаветь. Тут вот. Красили, что ли, подкрашивали. Есть пинти, нет? А не знаю, туда палочку насунуть. Да какая разница, сейчас его уже так не завести с бензином. Да, здесь уже ржавчина пошла. Кто, говорит, я ездил на нем? А? Кто на нем ездил, дедушка? Ваш, да? Муж? Не дедушка, а муж, наверное, да? Угу. Ну, а Ансену кому собирал-то? Козам. Козам? Ну, на металлом за 8 тысяч можно это делать. Но я вот думал, может быть, кому-то на запчасти. Нет, снять можно запчасти, тут есть что поснимать. Просто это надо. Если ее разбирать и на запчасти, я вам в интернете посмотрела, там не знаю, сколько наберется. Ну да. Просто я уж не буду же ее разбирать. Ну вы-то, конечно, не будете, это надо. А знающий человек, кому вот это все пригодится, он бы ее забрал, разобрал и продал, и три раза выгоду. Там один копейку продают, сам разобрал и по запчастям продают там. Я даже не считала, сколько. Ну, сейчас таких машин же мало, там какие запчасти-то уж. Даже все иномарки ездят. Ну, да. Ну, есть копейки, конечно, но их мало. Двигатель еще неизвестно. Если двигатель не рабочий, то этот... Почему он должен быть не рабочий? Ну, не знаю, сколько он капиталку проводил, не проводили на нем. Потому что там написано 15 тысяч пробега, но это неправда, это второй круг, наверное, пошел. Наверное, уж скрутили. За 35 лет уж, за 36 лет уж все равно 15 тысяч машин не могли проехать. Ну, видно по состоянию кузова уж все. Все потерто. Это теплые родные, что ли, что-то написано. Сама закрыла. Нет, пусть проветривается. Угу. Да сейчас уже бесполезно проветрю. Она полностью сгнила. Только пальцем ткнешь, наверное. Провалится. Это как в бане она, считай, стояла. Столько лет в бане. Если хотите по запчастям продавать, ну вы будете по запчастям долго продавать. Нет, я уж хочу целиком, чтобы, ну, целиком, да. На запчасти. Целиком, да.
Ну, на, чтобы целиком забрали, надо цену такую ставить. Ну, и цену поставила. Цена 10 тысяч, это много для меня, мне кажется. А сколько вы думаете? Ну, двигатель, допустим, 3000 двигатель, если рабочий, конечно, хороший. Коробка, 4 ступка, 500 рублей. 3-4, кузов на металлолом уж. Колеса тут спущены. Кузов не пойдет никуда. Пять, шесть и там. Свой? Берут. На металлом ее за 8 тысяч берут. Да? Ну, целиком берите, да и все. Да нет, целиком 10 тысяч, да, это дорого. Давайте за 8. Забирайте. Сейчас тут возить сколько мы. Что за карбюратор-то этот? Газоновский, что ли? Нет, Германия. А? Германия. Это от BMW, наверное. BMW, нифига себе. Бабай, BMW. Продал BMW? Продал. Как сказать, родной, копеечный. Ага. И панель можно снять. Давайте, забирайте, все снимите. Все продадите. Здесь дырка. Будет вам счастье. Ага, счастье. С косой, да, вот это стопа? Нет, косу заберем, коса нужна. Что за инструменты тут? О, какие инструменты нашел? Я посмотрю-ка. А вы в каком доме живете? Я в своем доме живу. А, в своем? Тоже там. А что вы с дома не поставили? Да разогнали. А там занято. Чем это? А еще машина? Просто ближе этот, разбирать там еще. Все такое. Посмотрим, что здесь. У вас лицо знакомо, где-то я вас видел, что ли? Ни хера себе, кинжал. Вот это да. Опасно. Кого-нибудь зарубит. Ключи даже проржавели, офигеть. Это... Свинокол какой-нибудь, да? С таким ночью получше ходить, бля. Это щуп. Ну ключи уж можешь себе оставить. Продадите мне. Ну это не из машины, это бабушкины. Пригодятся кому-нибудь. Наверное, то, что снимали с машины, меня новые. Была, диски здесь... копеечные, еще родные. Угу. Даже диски не менялись. Ничего не менялось. Все свое. Ну, поржавело. Ну, сын мне сказал, все свое. Тут. Да. Смотрели его. Если бы она не стояла в гараже, вот в сыром на улице, она, наверное, так не поржавела. Он тоже так сказал. Теперь уже, что есть, то есть. А чё, бардачок пустой? А чекушки нету, бля. Чекушка была бы её. Я уже запасной аккумулятор привез, думал, сейчас заведу, потушу. Мотор работает. Вот, сюда, только её не заведёшь, тут уже замок разбирали. Замок разбирали, кто-то разбирал. Даже ключи уже не нужны. Просто ее кто-то хотел уже без ключей завести. Так сказать, угнать. Когда с ГАИ собирали это так. Сломали, да, все? Замок. Ключей не было там.
Отличная машина. Амортизаторы, блин. Вообще как на Волге ездили. Я говорю обычно. Ладно. Подумайте. Давайте подумайте и забирайте. Ага.